Здравствуйте. Сегодня мы с вами рассмотрим формулу поверхность куба. Значит, ну, обычно учителя записывают ее в таком виде: а квадрат умножить на 6. Почему? Потому что у куба 6 граней. Мы с вами будем пользоваться формулой s равняется 6a квадрат. Таким образом, ее легче запомнить. Итак, пусть ребро куба будет а равное 5. Ну вот мы с вами смотрим, что мы можем сделать. Сразу найти, конечно. Итак, s равняется 6 умножить на 5 в квадрате. Как легче считать? 6 умножить на 5 будет 30. 30 умножить на 5 будет 150. Все, больше ничего делать не надо. Давайте попробуем еще раз. А равняется 2. С равняется 6 умножить на 2 в квадрате равняется 2 в квадрате 4 умножить на 6 – 24.